Всем привет, с вами Андрей, и сегодня у нас на повестке дня дэндевская игра под названием Lode Runner. Lode Runner, которая должна появиться, вот она. Вот такая чудесная игра, так как она является продолжением неким, ну, по факту она не продолжение, отдельная игра, но все равно, Lode Runner. Как мы помним, Бомбермена проходя, он превратился в Lode Runner. И в Lode Runner мы пытаемся спастись от почему-то бомберменов. Ну, ничего. Впереди вроде нас ожидается... Нет, не надо раньше времени начинать игру. Впереди нас ожидает 50 уровней. Ну, я думаю, мы с вами поехали. Так, этап один. Здравствуйте. Так, замечательно. Бомбермены. Это реально, кстати, бомбермены. Они очень похожи. Ага, смотри, что... Смотри, что схватил, зараза такой. Отдай. Помогите, спасите. А ты не схватил ничего лишнее? Тебя не надо прыгать? А, нет, смотри-ка. Ура! Ура! О, первый этап пройден, отлично. Заработали вы все 800 очков. Этап 2. Как я понимаю, это будет все усложняться, усложняться. Вот, а мне интересно, если у Бомбермена способности улучшались, то у Lode Runner что происходит? Ребятки, вы что? Батюшки. Ай, а что, надо будет это... Привет. Ой-ой-ой. Ну, тут, смотри, вот теперь эта вот вереница будет за мной ходить. Если на втором этапе уже так все сложно, то будет дальше. Я не видел, на самом деле, других этапов, но предвкушаю, что будет что-то серьезное. Этап 2, комплит, как говорится, пройдено. Этап 3, жизни 7. Так, угу. Этап 3, поехали. Вот он какой. Да, о, слушайте, ребят. А вы чё? Так, ладно. А, пойдем. О! Слушайте, смотрите. Ага, лесенка там. Быстрее, 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 быстрее. А почему у него рожки, кстати, у нашего лодера? Или это наушники? Наушники? Походу, наушники. Ну, третий этап пройден. Этап 4. Жизни 8. Очки 2800. Окей. Четвертый этап. Обалденный. Просто, ну что это уже? А чё он, почему? Он зачем-то погиб? Суицидник. Да ё-моё. До свидания.
Blade Runner напоминает, ну, либо была такая игра Клад на Бейсике. Не, не на Бейсике, где же она была-то? Так, все, до свидания всем. А, вот здесь вот, понятно. Дальняя лестница была. Четвертый этап пройден. Ура, ура, ура. Этап 5. Жизни 9. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, с этими понятно все. Бежим, бежим. Господи, какие длинные... Почему ничего не... Почему не видно так? Что мы дальше? А, здесь все нормально. Смотри. Так. О, смотри-ка. Так, до свидания. Так. Помогите! Насилуют? Убивают? Ни за что, ни про что. Так, здесь мы справились, хорошо. А, еще вот здесь. О, блин, нет, нет. Обманули. Обманули бомбермена на 4 чего-нибудь там. Ура! Не Лода Раннера, игра кто кого. Этап 6. Жизни 9. Офигеть. Нет, 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 нет. Так, ребят, вы что-то это, меня начинаете очень уже стрессировать сильно, причем. Это еще, смотри, идет, ага. Что-то я не так делал, мне кажется. Я же говорю, не так делаю. Блин. Подожди. Ты лезешь, блин. Ладно, с тобой, хрен с тобой, потом разберемся. Так, давай здесь. Сюда. О! Так, это ладно, это я хотя бы сообразил, как взять. Окей. Теперь давай разбираться с этим. Ой, тяжело. Тяжело. О, так, это я понял, как хорошо. Так. А. Так, а здесь как? Тука-тука-тука-тука-тука-тука. Так, ну ладно, с этим я тоже разобрался. Так, ты мне надоел. Я от тебя убегаю. К этой парочке. Пока. О! Е-е-е! Пройдено! А почему бомбермены... Ну ладно, они роботы. А почему они коричневые? Этап 7, жизни 9.
Что-то здесь странное, мне кажется. Слишком простенько. Такой довольно-таки незамороченный этап. Подозрительно. Понял. Я понял, что очень сложно. Тут все сложно здесь взять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ура! Да ну вас. Я от вас ухожу, я с вами не дружу. Ну, да... Слушай, какие они это... Проворливые. Так, давай. Опа! А ну, так. И где эта волшебная лесенка? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Есть. Вот она, вижу. Пока, бомбермены. А лодраннер когда-нибудь постанет помощнее там? Или не будет он уже никогда не мощным? Типа нас заранее приучают к этому. Этап 8, жизни 9. Что это, я в тупике, что ли? Боже мой. Пью. Пью. Вот так, да? Ну, в принципе, неплохо. Так, ладно. Там. Нет, здесь я, короче, как я понял, не смогу. Кто-то мне говорил когда-то, что симметрия — это признак ограниченности. Так. О! Прям сразу! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Этап 9. Жизни 9. О, смотрите, это лицо как будто этого робота. Робот туда, робот сюда. А что это они все как будто идут куда-то? А сколько надо собрать ног, да? Так, дай подумаю. Нет, тут надо по-другому. Тут надо делать вот так, вот так. И вот так. Опа. А, серьезно? В смысле? Ну, вы знаете, это, конечно, что-то с чем-то. А сейчас попробуем. Если мы сможем заманить. Давай. И оп! И еще вот этого осталось. А давайте попробуем их все заманить. Такой звук прикольный. Ждем. Давай вот так. Оп! Так, теперь давайте рассуждать. Так, как мы сможем здесь? Нет. Так. Есть. Так, теперь пробуем последнюю часть взять. Так. Нет, не так.
Так. Раз, два, три. Ага. Вот так. О. Слушайте. Ну, мне кажется, после нашего Boulder Dash отечественного, вот такие вещи мне уже не страшны. Этап 10. Жизни 9. Опять робот? А, нет. Да, так. Так. Короче, вы это самое. Я не хочу вас убивать, никого. Ты, кажется, что-то делал, да? А, нет, ты ничего не брал. Ну, ладно. А чуть-чуть-то... Все это достаточно просто, легко. А. Подожди, еще где? А, там было, да? А, есть, получилось. Тун-тун-тун. Привет. Есть, пройден. Пройден этап. Но он в наушниках и в комбинезоне. Этап 11, жизни 9. Поехали. Тяжело. Ой. Обалдеть. А, они все выбрались. На туре. А еще сколько ты золота заберешь? Да, отлично, я тебя забрал. Так, все, ребят. Так, где-то вас задержит. Ну-ка. Блин. Ну так нечестно. Кто-то должен погибнуть. Не кто-то, а все. Замечательно. Ура! Этап 12, жизни 9. Тук-тук-тук-тук-тук. Так, ну это попроще вроде. Тут и земельки побольше. Только что-то... ФПС игры падает. Слушай, ну ты чё? Ну что ж за преследователи такие? Так, ладно. Бежим сюда. А, так. Я пытаюсь, у меня вот этот звук вызывает какие-то странные воспоминания какой-то игры. Ну, не могу вспомнить, честно. Ура! Так, еще один остался где-то, да? Так.
здесь. А, вот она. О, прям выход. Свезло, свезло на этот раз. Но эти роботы не дремлят. Этап 13. Жизни 9. Ох, вот это этап. Помогите, спасите, что это такое, кто это так делает, кто это придумывает такие вещи. Да блин! Фух. О, чуваки. Ой, какие вы серьезные дядьки. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 Ну так и будем, да? Каждый раз вот это ой-ой-ой-ой-ой-ой. На каждой этой. Можно здесь. Можно. А, нет, вот так, да? Ну ладно. Ладно, я вот так сделаю. Вот так. О, yes! Прям в нужном месте. Этап 14, жизни 9. Хватай! Хватай! Ура, ура! Боже, 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 боже. Тут. О, ребятки. Боюсь, что здесь прям какой-то. Ух. Мне кажется, мне сейчас мозг сломается. Вот ты зачем его забрал? Черт! Помогите! А! Ты молодец, что ты оставил вот здесь вот. Помогите! Блин, вы видали? У меня что-то... Мне аж дурно стало. Обалдеть. Так, ладно, давай сюда, сюда. Куда? Это что? Так, нет, не сюда. Да нет, ребят, вы это... Обалдеть! Быстрее, 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 быстрее! Так, главное теперь не ступить. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Там не играю, а! Можно в любом было? Ну ладно. Здорово. Ура! Этап 15. Жизни 9. Так, ну тут хоть через одно. Хотя вот это через одно, знаете, тоже погоду не делает, мне кажется. Так, опять взяли, да? Без спроса, ну давай. Ура, ура, ура. Так, пробуем тогда взять. Все. Так. Два бомбермена. Оп. Ура, ура, ура.
А, тут двое, да? О! Отлично. Так, чуваки, можно я вот так сделаю? Потом вот так, вот так. Потом сделаю вот так. Потом вот так. Нет. Бей. Это что такое было? Фальстарт? Холостой? Хорошо. Так, ребят. Ну-ка. Вот так. Бежим. Упади. Любая лесенка же, да? Неважно какая. Да. Та-та-та-та-та-та-та. Этап 16. Жизни 9. Так, ну допустим. Чё-то какой-то тут подвох есть, вам не кажется? А дальше что-то подвох. Так, один здесь бомбермен. Так, ты где, это самое? Отстань. Подожди. Подожди, что-то неправильное. Тут что-то не так. Блин. Тут мне надоело уже. Ладно, пробуем так. Ага. Вот она какая завитушка-то. Между прочим, впервые с вами прохожу этот лодераннер. Тон-тон-тора-тора-тон-тон. Но тут, как я понял, обещано 50 уровней, как и в Бомбермене. Этап 17, жизни 9. АСЦ. Давай. Окей. Раз ты сюда, вот так вот, да? Дай-ка вот так. Опа. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну давай, падай, да. Так, это мы забрали. Так, здесь, ага. Так. Ну, я как понимаю, дальше вот таким же образом, да? Привет. Господи. Так. Давайте думать. Привет. Так, значит. Ой, сколько надо-то прорубить? О, yes. Так, теперь осталось найти куда. Иди сюда. О, любая это. А это буква маленькая. А,
Не знаю. У меня нет вариантов. Он ему что, пока козулю? Этап 18. Жизни 9. Так. Какой-то сложный лабиринт. Ага! Ты не можешь взять ее? Не смог, я тогда смогу. Роу! Чувак. Спасибо. А, понятно. Так, вот ты здесь сиди, короче, никуда не ходи. Так, вы парочка сладкая, да? О-о-о-о. Так, здесь что-то меня это напрягает, ребят. Быстрей. Бежим. Сюда. Вот так. Есть. Давайте попробуем вот так. Блин. Улезай. Блин, вот это вообще, короче, они заморочились, хотел сказать. Неправильно слово подбираю. Так. Тогда я подумаю. Ладно, давайте попробовать так. Зачем это лишнее дело, не знаю. Но по-другому никак, короче, я понял. Давай ты. Ты. Блин. Ребят, ну я так не смогу. Ну я с вами не справлюсь так, а? Спасибо. Так, теперь осталось центральную как-то взять, да? Вон, центральную полегче будет. Да. Так. Вот так. А, боже, куда бежать? Бежим куда-нибудь вообще. Мне кажется, неважно, даже если сюда лесенка пойдет, нет? Пожалуйста. Нет! Пожалуйста, нет! Мне нет тогда. Ничто не поможет. Бежим. Этап 19, жизни 9. Пирамиды Хеопс. Ну, глянь. Привет, чуваки. Так, можно я побегу? Как этот остыл? Там... Ага, еще одну взял. Ладно. Быстрей, добежим, пожалуйста. Блин, опять они меня окружают. Быстрей. Но почему на вершине-то? Ладно, нам проще сюда. Вот этому одному, ага. Ура! Есть! Туку-туку-тун-ту, туку-туку-тун-ту.
Этап 20. Жизни 9. Ну, смотри, кстати, а золото все больше, 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 больше. Давайте вы не будете вот так это самое усложнять мне тут. Так. Раз, два. Убежали, убежали. Господи. Прям, вы же знаете, как это стрёмно. Боженьки. Да бери быстрее. Бери, хватай. Ох, мать. Ой, понятно. Так, короче. Пусть они втроём здоровенькие за мной бегают. А... да. Ну ладно. А зачем я вот эту яму вырыл? Для чего? Чтобы один что, помер, что ли? А зачем? Зачем, чтобы они помирали? Пусть они здравствуют. А... Блин. А! О-о-о! Это так удобно. Дуля! Этап 21, жизни 9. Так, ну давай с этого начнем. Пока. Офигеть! Помогите! Это просто ужас. Да блин, ну ладно. Это хрен с ними. О, вот это я чуть не попал. Нормально такой деловой. Так, ты сюда. Я сюда. Я потом сюда. Вот так, вот так, вот так. Потом вот так. Так. Отдай золото. А вот так вот, да, мы отдаем золото? Хватай. Хватай золото. Так, побежали дальше. Ну что, впереди какая-то... Так, что еще? Насколько тут чего? Чувак, ну ты что? Мне так пугаешь-то. Давай сюда. Оп. Отлично. Привет. Оп. Дальше побежали. Так, что у нас еще осталось? Вот это? Вон, хватай. И... Тан-тан-тан. Ох. Неужели? Ура! Бежим, 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 бежим. Ла-ла. Ла-л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 а. Ты молодец. Этап 22. Жизни 9. А, что это? Что за этап? Нет. Помогите.
Так, бежим. А, там золото осталось, ну ладно. Так, смотри, как удачненько, да? Кто бы мог подумать? Удачно прям. Сейчас, мне кажется, прям будет какая-то... А вот почему. Ура! Нифига себе! То-то-то-ра-то-ра-то-то. Этап 23. Жизни 9. Наверное, больше уже. А, что это? Что это за... Так. Раз, ага. Так, так, так. Ру. Чувак. Привет. Так, здесь вот так. Хорошо, вот это мы взяли. Да. Так, ну ага. Ага. Он появляется там. Угу. Изданы. Ну что ты стоишь такой? Так. Так. А, их там трое теперь. Блин. Зараза. Ну что делать будем? Их же надо выманивать. Так, раз, оп, два, три. Ух. Так, ребят, ну вы что-то... Где лесенка? Где лесенка? Чё? Лесенка! А, о-о-о! Ой, он там застрял. Это хорошо. Где выход? Дайте выйти. Все, я ухожу с этого поезда. До свидания. Фух. Этап 24. Жизни 9. Офигеть. Так. До свидания. Это мы сюда вот так. Это мы вот так. Это мы так. До свидания. До свидания. Так, хорошо. Ить. Ить. Это мы... Замечательно. Это мы вот так. О, уже? Клёво. Бежим, 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 бежим. Ура! Тока-тока-тон-то, тока-тока-тон-то, тока-токон. Этап 25, жизни 9.
Так, ну что это такое у нас, а? Ну, безобразие. Так, это вроде... Ладно, так, теперь вот эти вот висячие кучки золота, прям они вот самые такие бесячие, на мой взгляд. Потому что отдельно для них надо делать какие-то поползновения. Так, вижу золото, не вижу препятствий. Ура, ура, ура. Так, тихо. Вы на меня, пожалуйста, не это самое. Боже, вы видели, как я по голове прошелся? Подожди, куда теперь-то? А где, чего? А получилось что? А, о. Ура! Этап 26, жизни 9. Так, ну вроде не такой сложный, но меня смущают, конечно, вот эти вот штуки. Так. Ага, ладно. Дай-ка вот так сделаю. Так. Вот меня смущает, конечно, вот... Подожди, вот, наверное, вот сюда и вот так. Вот так. Так. Вот так. Давай быстрее. Блин. Сюда. Ич. Вот так. О. Ты смотри, какую они замоту придумывают. Вообще. Пока. Так, ага. Слушай. А тут я смотрю. А что я смотрю? Я не знаю, что я должен здесь вообще увидеть. Так, вот эта троица. Быстрее, быстрее, тихо. А, ага, а теперь вот так, смотри. Опа! Пока. Быстрее, быстрее, быстрее. Ту-ту-ту-ту-ку. О! И выход! Ту-ку-ту-ку-ту-ту. Но отличный этап. Хочу следующий. 27. Этап 27. Жизни 9. Та-да-дам. А сколько висячих-то? Не люблю висячих, потому что их надо собирать. Вот так вот. Раз, сверху упал. Это безобразие какое-то. Привет. Быстрее, 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 быстрее. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара. Давай. Брейк. Брейк. Так, здесь мы бахнули. Все замечательно. Ага, еще вот здесь. Вот так. А давай... А я не знаю, что за концентрация там бомберменов-то? А-а-а. Так, все, да? Так, ага. Вот это. Так. Оп. Все здесь давай. Так, здесь я все. Угу, молодец. Так. Как бы мне этот рассадник. Так, как же мне тут побыть-то? Блин, никак не быть. Он еще и туда упал. Урод. Да, замечательно еще. О! А, слушай-ка, смотри! Быстрее, 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 быстрее! Быстрее, быстрее. Так.
На. Так, осталась вот эта кучка. Иди сюда. Ту-дун-тун. Красавчики вообще. Так. А там что? Смотри, оп! Дурачочки. О, с любой стороны можно. Фух. Этап можно назвать падение. Этап 28. Жизни 9. А, о-о-о. И что? Итак, и что? Ага. Каждым разом мне все кажется вроде бы несложным, вроде несложным, но при прохождении выясняется, что это все гораздо-гораздо сложнее. Чувак. А, нет, подожди, а что, сначала сюда сходим. Так, короче, это надо делать вот так быстренько. И вот так. Фух. Так, кто-то умер. А где он появляется? Он появляется вот здесь. Это плохо. А нельзя его туда? А давайте туда его... О! Давайте-ка мы его туда заманим. Не-не-не, ты сюда иди. Ты туда не ходи. Ох. Так, подожди. Подожди, не нервничай. Вот сначала я выход можно найти. Вот так. И тот застрял. Вообще круто! Это очень круто, потому что теперь я могу легко все это раздобыть. Так. Допустим, вот так. Вот так. 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 Поехали. О, точно. Прям зика. Этап 29, жизни 9. Ой-ой-ой, вот это да. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, и, короче, все междометия. Так, это просто берется вот так, да? Так, а вот это, вот так, вот так. Блин. А чё их тут трое-то? Меня зажали, ребятки. Меня, кажется, сейчас зажмут. А нет, пока. Я спасаюсь. Как могу. Так. И эти они прямой наводкой ко мне идут. А-а-а! Помогите. Так, ладно. Так, бежим. Нет. Не бежим, мы так, наверное, делаем. Так, вот так, ага. Так, хорошо. Окей. И бежим, 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 бежим отсюда к чертовой матери. Так. Так, и как нам быть? Б, вот. Так, ладно. Боже, 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 боже. Ой-ой-ой, это что ж за миллиметраж-то был? Ух.
Ура! Этап 30. Жизни 9. Привет. И ты привет. Тыгын. Короче. Так, ну, слава богу, хоть это двое сверху. Что-то я не пойму, как это все себе. Я понял. Короче. Но здесь вроде... А! В смысле? Ребятки. Вот это беда, конечно. Да. Кстати, мне повезло, хорошо. Нет. Так, ладно, эти вроде бы все ушли сверху. Идем наверх. Ёшки-матрёшки! Ты куда? А, быстрей. Так, хорошо. Ну давай, раз. Два. Так, ладно, фиг с ним. А их можно загнать вот сюда, точно. Иди сюда. Ты иди сюда, ты. А, ладно, фиг с тобой. Будь там внизу. Да. Что за головоломка, а? Ну, давай попробуем. Это можно? А, это я упаду? О. Нет, вот так. Идти. Бежим. Помогите, помогите. Так, ладно, здесь мы справились, есть. Ура! Бежим, бежим! Этап 31, жизни 9. Хватай. Лестница этап. Этап лестница. Йо! Моё блядь! Фух. Это чё? Это мне так повезло. Реально. Быстро. Да, конечно, интеллект тут... Ну, этот, искусственный интеллект не очень. Этап 32. Жизни 9. А, какие-то конструкции. F1 будто бы. Нет? Надпись. Так, здесь это... Это мы уже умеем. На самом деле мне даже любопытно узнать то, что... Нет, не любопытно узнать, а мне интересно после Соломон Кея, конечно, в это все поиграть. Нет, неправильно говорю. Мне интересно узнать, есть ли тут загадки или ребусы, такие как в Соломон Кей. Подожди, я что-то не совсем понял. Алло. Алло, гараж.
Ох. Вы обнаглевший, что ли? Стой. Нет. Так. Где выход-то? Где тут выход-то? Алло. А, вот оно. Да, этапы, конечно, все любопытнее, я бы так назвал. Этап 33. Жизни 9. Так, это надо, наверное, раньше всего хватить, да? Нет? Ну да. А вот этот, Сэн, что творит? Сэн. Слово такое, Сэн. Да ладно тебе. Все, до свидания. Это мы уже убежали. Сюда мы, значит... На. Так, это мы хорошо придумали. Дальше что мы придумаем? Бежим. Нет, я понял, что это опасно очень. На. Дальше вообще не понимаю, что делать. Так. А, вот уже все понятно. А, где лестница-то? А, нет, не здесь. Помогите. Плохо повело. А, вот она. И... Этап 34. Жизни 9. Ребятки, это, конечно, что-то с чем-то, я так скажу. Блин. Да на. Они теперь все здесь? У меня слов нет, на самом деле. Они теперь все трое здесь, а я должен как-то попасть туда. Так, давайте теперь внутрь зайдем. Хорошо, хотя бы там пособираем. Так, давай, раз. Раз. Так. Так. У меня прям от золота голова кружится. А вот вопрос. Где еще один? Здесь его нет. Может, у тебя? Где? Еще? Понятно. Ура! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Этап 35. Жизни 9. Змейкой, да, значит? Ну ладно. Это не, они обычно не такие сложные. Сложные, но опасные, потому что они сейчас будут появляться все здесь.
Так, ладно. Этот здесь. Ладно, здесь у нас хотя бы один. Достаточно, кстати, очень простой тапочек получается. Только вопрос, где будет это? Лесенка здесь. Ой, обожаю такие этапы, которые раз и все. Без этих опасных вещей. Этап 36. Жизни 9. Вот это этапчик. Да. Так. Тук. Так, а, сюда. Так. Так, вот это вот внизу, это что такое? Надо будет вот это вот. Так, с этим как поступить? Так, ну тогда попробуем так. Так. Быстрей. Ух, есть. Ура. Этап 37, жизни 9. Так, что хватаем первое? Так, ребят, короче, вы мне пока тут не мешайте. Я пока схвачу вот это золото. Ага. Так, непонятно ничего. А, слушаю. Ага, они тогда здесь заперти, хорошо. А, я заперти, да? А выйти сразу нельзя? Ну, мало ли. Так. Гораздо проще, ага. А, все? О, как здорово. Ну, наверное, здесь сверху, да, правильно? Ура! Неимоверная радость. Этап 38, жизни 9. Вот это вот такие вещи, вот такие этапы очень опасные. Я прям их не очень люблю. Так, давайте попробуем сначала собрать вот эти вот. И где вот этот вот? Давайте, иди сюда второй. Давай. О, падай, молодец. Потому что с той стороны мне нужен будет только один. Ну, чтобы, по крайней мере, это было более-менее безопасно. Давай сюда. Нет, не сюда. Мама! О, я так и знал, что у тебя кучка есть. Бомбермен, робот, а все туда же, да? Падки на золото, фу. Так. О, аж двойное убийство было. Вон, видали? Так, не, подожди, вот это мне не годится совершенно. Нет. А почему он туда пошел?
А что вы мне предлагаете сделать? Да. Так, ну давай пробовать. Где вы? На. Ладно. Так, двое. Трое. В центр надо попасть. Как-нибудь. Так, есть. Проход освобожден. Быстрее. Этап 39, жизни 9. Так, ну это вот это вот. Блин. Ой, смотри, прям притормаживает. Давай. А, я думал, ты кучку взял. А все, мне уже кажется, что кучку, золото, это все, как говорится, проблема злата. Жадность, жадность называется, другими словами. Так, ребят, подождите, а вы что такие? Подожди, вы что? Не надо меня это самое окружать, вот это вот. О, что так быстро? Так быстро? Ух ты! Супер короткий этап. Этап 40, жизни 9. Знак вопроса. Типа смогёшь? Ладно, давай. Да. Так, здесь змейка, да? Да? Так, убивать я их не буду, пусть они здесь. Шоркаются. Так, подожди. Вот сюда же так надо попасть, да? Да. На. Так, подожди, а как это? Это я же могу. А, не могу. Так. Здесь надо подумать. Так, там их трое, правильно? Поехали. Так, с этим, ага. Ух. Ларчик проще открывался. Ну, кстати, не очень такие сейчас последние два этапа такие несложные. Но интересные уже стали. Этап 41, жизни 9. Так, по центру еще снизу нельзя. Там опасно, да? А! Черт! Блин! Нет!
А. Здесь можно это, убежать от них. Так, короче. Иди отсюда. Не соображу, как лучше сделать. А, вот так, да? Так, здесь я понял, хорошо. Так, а здесь-то как быть? Так, хорошо, это я тоже понял. Теперь с той стороны что-то сейчас, да, осталось, вот это безобразие. Ой. Тяжко. Где? Этап 42, жизни 9. Да. Разнообразием, конечно, не блещет Лодераннер. Конечно, этапы не то, что они усложняются, но они как-то... Не знаю. Просто замудреннее становятся. Но... Ну, это замудренность как-то, ну... Замудренность, что, как сказать это? Формулировать же надо. Замудренность это не блещет, например, как, помните, в Boulder Dash. Вот там вот все время что-то придумывали новенькое. Либо в Solomon Key. Ой. Главное, нажать не с той стороны. Молодец. Так, здесь мы поняли. Так, здесь я ничего не достигну. Быстрее. Быстрее. Оп. Молодец. А, вопрос где? Блин. И что это такое? Что, карусель началась, да? А, нет, смотри, они уходят. Ну-ка. Подожду. Чё, идём? Вот она, заветная лесенка. А! Опасность прямо над головой была. Этап 43. Жизни 9. А, вот это, смотри, вот это ловушечка в самом начале, конечно. Так, он спер. Хорошо. Так, это сильно. Угу. Так, пока. Так, до свидания. Пока. Это я спер. Так, я красавчик. Угу. Так, хорошо. Прям... Идем стабильно. Замечательно. А где лестница?
Идите спасить. Вот она. Этап 44, жизни 9. Лодер. Раннер. Лодер, раннер, хорошо. Окей. Так, а если они схватят это самое? Алло. Алло. Отдай. Возьми точнее. А не отдай. Помогите. Помогите. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А где еще? Что я еще ищу? Что у кого-то... А, вот она. Ты иди сюда. Быстрее. Ой, как все лагает-то, боже. Ура! А можно здесь вылезти? Придумали этап, где все подлагивает аж. Этап 45, жизни 9. А, висячие кучки опять. Давай вместе. Оп. А теперь отдай мне. Смотри, я тебя использовал как это самое. Ты очень полезный, чувачок. На. Так. А, вылези. Вылези. Вылезу. Вы... Ой-ой-ой-ой. Фух. Так. Моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Ой. Ой, мамочки. Нет. Сейчас соображу. Сюда. Еще раз. Так, хорошо. Так. Где? Вот она. Этап 46. Жизни 9. Дырка. Вот дырка опасная вещь. Так, нас тебе сюда. Отдай, так, отдай это самое, молодец. Матерь Божья. А, и вас трое, да? Так, ладно, у нас хрен с вами. У вас можно до бесконечности тут ловить, убивать. Ой, пошел ты. Быстрее, 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 быстрее. Помогите.
Куда бежать? А, вижу. Ура! Этап 47. Жизни 9. Висючий один. Ну ладно, один. Так, подожди. Так, хорошо. Так. Так. А, это где-то сверху надо взять, да? Так, это вот так. Бежим. А, тут не возьму. Так, так, так. Сейчас соображу. Так, это туда. Так, это я взял. Это вот так, это вот так. Хорошо. Стабильненько. Идем, 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 идем. На. Никого? Никого. Замечательно. Так, ладно. Бежим. На. Так. Так, хорошо. Так, есть. О! До свидания. Этап 48. Жизни 9. Бардак. Да иди ты, знаешь куда? Куда-нибудь. Отдай ты, пожалуйста. Нет, ты смотри, как он наглый. Отдай, пожалуйста, кучку. А ты уже отдал? Ну ладно. Все, вопросов нет. Змейкой. Ура, ура. Быстрее сюда, 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 сюда. Помогите. Хватай. Пока есть мощь и сила. Фух. А вы знаете, что он бы мог меня убить? Если бы он не умер, бомбермен, он бы меня вот эту тупик бы загнал, и все. Так, а куда мне идти-то? Блин, я прям по голове по его прошелся. Прям, как говорится, иду по головам. Этап 49, жизни 9. Так, ладно. Первый я понял, как. На. Господи, как же стрёмно-то, а? Мама Мия. Так. Сейчас соображу. Это ж мне стрёмно. Мне кажется, я в тупике. Thank you.
Так, с одним я разобрался, слава богу. Так, второй... О, есть! Они, все. От них я избавился. Так, вот с этим... Ну, вот так, так, и вот так, да? Да. А, подожди, еще где кучка? А, вот они. Ура! Этап 50, жизни 9. До 50-го этапа это как-то скромно. Мне кажется, тут заморочено сейчас будет. Ой. Ну вот это, конечно, вот это несерьезно, когда невидимые какие-то штучки. Так, вон, полезли сюда хотя бы. А, верните меня. Так, еще вот эти три штучки. Это что такое? Так, подожди, падай. А ты не хочешь сюда ко мне? Что, они так и будут туда-сюда ходить? У меня такое подозрение, что у этого чувака есть кучка золота. Блин! В натуре! Ёшки-матрёшки! Бежим, 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 бежим! Ух. Ура! Вот это надо! 50 левелов! Прикиньте, ребятки, я впервые в жизни прошел Лодораннер. Этап 1, жизни 9. Ну, это все заново и, к сожалению, не алло. Спасибо всем, кто смотрел все 50 уровней, 50 уровней, потому что это было и мне интересно, и я надеюсь, вам было ли познавательно. Я, как уже сказал, впервые прошел эти 50 уровней. До этого я даже, честно говоря, не осилил бы. А сейчас даже с удовольствием. Да, хватит вам. Так, бомбермены, давайте вы тут не алло. А чё, кстати, я не понимаю, зачем, почему нет концовки-то? Ну, концовки нет, так и нет, но не столь важно. Вот такая вот игра Лодораннер, вот такие 50 этапов, результат, который неизвестен. Мы так и будем бегать всю жизнь от Бомбермена. Это этап 2, жизни 9 и так далее. Все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, все ссылки в описаниях. И до новых встреч!